Продолжаем движение. На пароме переправились на противоположный берег. Находимся уже на полуострове Крым. В порту. На причале в порту. Наученный горьким опытом, решил проверить, идет запись аудио или нет. Наученный горьким опытом в маршруте Москва-Симферополь, решил проверить, идет запись или нет. К счастью, вовремя это заметил и включил микрофон. Так, мы на полуострове Крым, покидаем морской порт.
левой стороны по ходу движения видим зеркало Керчь и Якальского канала. Двигаемся в город Керчь. Небо голубое, небольшие облака. Движение вполне комфортное. Ну, пригород Керчи, по всей вероятности, это промзона. Вот, одноэтажные дома. Мы на полуострове Крым. За домами не видно, будто видеорегистратор. С левой стороны похож на Керченский мост. Ну, видео уже это есть, переправа, все, просто я не нашел, по всей вероятности удалил эти файлы, на котором была вот эта переправа, Керчь, поэтому все делаю заново. Двигаемся по улице генерала Кулакова, который переходит в улицу Войкова. Кто такой Войков, вы прекрасно знаете. В Москве есть Войковская станция метрополитена. Интенсивно ищем автомойку. Автомойку, чтобы привезти автомобиль в божеский вид, помыть. Салон пропылесосить. Я вот обратил внимание, что очень много автомоек помой сам. Очень много автомоек, помой сам. Оплачиваешь необходимое количество воды. Пока я не перестроюсь, ты поворотниками не кидаешь. Пока я не перестроюсь, ты не перестроишься. Моющие жидкости. И своими руками моешь автомобиль. Thank you.
И продолжаем движение. Движение по улицам Керчи. С левой стороны этот залив, канал, огромное зеркало водной поверхности. Двигаемся по улице Кирова. Движение средней интенсивности. Но по всей вероятности сказывается то, что была вроде бы суббота. Ну вот погода, температура положительная, дворники оттаяли и более-менее аккуратно чищают лобовое стекло. Повторю, наверное, в который раз, что на морозе резиновые дворники застывают. Разгрузятся и плохо очищает лобовое стекло. Что-то бурчит там в салоне автомобиля. Впереди плохая дорога. Двигаемся по улице Светлого. Осторожно, дети. Ограничение 60. Впереди плохая дорога. Ограничение 30. Ограничение 60. Четко работает спидкам. Видеорегистратора датакам. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Не дает ничего сказать. Подъезжаем к торговому центру, и здесь у нас рандеву. Посмотрите, отремонтировать, наверное, не буду. Посмотрите из комментариев. Просто посмотрите. На торговый центр, на людей. Сейчас поменяем диспозицию, стану
видеокамерой на проезжую часть. Ну, это шум улицы. Видеорегистратор включен и записывает все, что происходит вокруг. Так, ну, наверное, нужно будет вырезать некоторые кадры. Не очень удачный ракурс. Это движение по городу Керчи. Машины после Сибучмаза. Обратил внимание, очень много разных регионов из России. На стоянку потратили порядка 20 минут. Вы можете передвинуть просмотр, протыкайте. Но видео ускоренное, поэтому вместо 20 минут это займет где-то минут 6-7. Красавец собственной персоной. Движение достаточно плотное. Ну вот, половину почти простояли, еще столько же. И двинемся дальше. Погода, как видите, небо облачное, а температура что-то порядка, не знаю, наверное, около 10-12 градусов. Вроде бы тепло, но в то же время ветер прохладный. Опа.
показываю вам, насколько это возможно, улицу. Не очень удачно. Кстати, не только регионы России, много автомобилей с номерами из других стран. Примерно третья часть автомобилей. Пока комментировать нечего. Посмотрим. Ваши комментарии к видео. Александр VII написал: я отправил вам в ВК информацию по семерке. Да, я видел, и ваш текст я прочитаю, когда буду размещать видео «Москва Кемерово». Так, много комментариев к моему видео «Мошенники на трассе. Лица крупным планом». Идет дискуссия. Стоянка заканчивается, и выдвигаемся в сторону Севастополя. Еще несколько минут. Ну, движение достаточно плотное. Да, откровенно говоря, удивило количество всевозможных регионов. Осторожно, дети. Ограничение 40. Очень много автомобилей, повторю уже, с других регионов. Очень много. Не только с России, СНГ и из европейских стран. Потихоньку выдвинулись в сторону Севастополя. Двигаемся пока по городу Керчь. Кстати, там, где мы стояли, возле торгового центра, там находится Керченский морской рыбный порт. Вот покидаем уже пригороды Керчи и выходим на прямую трассу.
Выходим напрямую в сторону Севастополя. Дорога вполне приличная. Местами будет впереди строительство. Но это временные трудности. Успешно покинули город Керчь и на прямой трассе в Севастополь. Впереди развязка, мост через реку Джарда-Ржава. Идет строительство дороги Керчь-Севастополь. Небольшими фрагментами проезжаем разные участки, там где строительство, там где полотно дороги хорошее. Для ориентации в пространстве файл 62. Повороты Приозерные. Поворот Приозерные. Далее поля. Слева и справа по ходу движения. Далеко впереди поворот на Турсунова, поселение. Левый поворот на Иваново, на Ивановку. Вот пытаюсь как-то по времени привязывать аудио к видео. Файл 63. Впереди Горностаевка. Местами вдоль дороги видно идут какие-то исторические раскопки.
полотно дороги вполне приемлемое, но по одной полосе в каждую сторону. Впереди город. Ограничение 60. Маловато. Но это город Горностаевка. Населенный пункт Горностаевка. Впереди поворот на населенный пункт Новоселовка, господи, Марфовка. Левый поворот будет. Двигаемся по трассе Р-260. Впереди населенный пункт Фонтан. Но это будет чуть позже. Но в стороне идет строительство дороги. Нужно было, наверное, повернуть камеру. Ну ладно. Поверьте на слово. Это был файл 64. Сейчас будем проезжать поворот. Правый поворот на Новониколаевку. Далее населенный пункт Фонтан. И сколько хватает глаз, поля. Ну, не знаю, поля. Никаких привязок таких не наблюдаю. Дорога Р-260. Двигаемся в сторону Севастополя. Несмотря на субботу, движение достаточно интенсивное. Суббота или воскресенье, сейчас точно не помню. Файл 66. Ну, облака появились. Видеорегистратор скрывает превышение скорости. Такая настройка, видать.
с левой стороны Ленинская. Так, с правой стороны по ходу движения примерно в километре Романово, Виноградная, Северо-Крымский канал. Чуть дальше Ленина. И Королёва. Это с правой стороны по ходу. Временами разметки почти не видно. Но огромными темпами идет строительство дороги. Что на видео это незаметно, а так вот в боковые окна автомобиля это видно. Да, ну давай. Так, что ты здесь видишь? Вижу какое-то красное. Красное – это трек, это маршрут, по которой едет машина. Видишь, зелененькая стрелка? Зелененькая? А почему она едет так медленно? Ну, быстро ехать нельзя, правила дорожного движения, ты же знаешь. С левой стороны Красногорка. Так быстро можно поехать? С горки можно быстро поехать. Вон какие машины едут, видишь? Ух ты, сколько много машинок. Пропустил. Кого пропустил? Сёчка едет с горки. Стрелка едет, правильно, это кусок. Стрелка по горке. Так. С левой стороны Луговое. Видишь, как там ГАИ? Да, я вижу ГАИ. Правильно. Тетя говорит нам. Она говорит, надо ехать правильно. Правильно? Не быстро, а тихо, да? Да, говорит, спешить не надо. Да, спешить не надо? Не надо, говорит. Надо спешить на работу уже. На работу. Ты куда спешишь? В садик. Детский садик. Тебе там нравится? Там Ирина Николаевна. Ирина Николаевна. Она с тобой играет? Зовет. Зовет тебя всегда, да? Да, зовет. Убирай мои голоски. Так.
Ты убираешь игрушки? Да. Я все игрушки убираю. Ну, молодец, потому что впереди поселок Ерофеево. Сейчас тетя об этом скажет. Ждем. А где она? Ждем. О, стрелка уже съехала такой с большой горки. Да? Да, съехала стрелка. Ну ладно. Ладно, тетю мы не дождались, когда она объявит. Поэтому поедем дальше. Зеленькая, а? Это поля. Зеленые поля. А это что такое черное у тебя? Черное? Да. Это я не знаю. Так, где? Впереди поселок Батальное. Город, наверное, Батальное. Вот, едем, едем, едем. Видишь, синее небо, зеленая травка. Да, я вижу. Ну, правильно. Да, нельзя пускать ночь на солнце. Конечно. Да, я не хочу ночь, хочу солнце. Солнце хочешь? Ты не любишь ночь. А ночью ничего не вижу. А кто ночью видит? Ночью никто. Только фонарик. Только фонарик нужен, да? Да, он может фонарик увидеть что-то интересненького. Фонарик что-то интересненькое увидит. Да, если я какую-то игрушку потеряю ночью, надо взять какую-то игрушку. Я найду сразу, если идем с фонариком с мамой. Ну, правильно, ты молодец, потому что он как машина едет. Да, я вижу. Потому что это просто не едет, только медленно. Медленно едет, да. С правой стороны ячменное поселение. Это Сыно? Так, помолчи. Северо-Крымский канал с правой стороны и фронтовое водохранилище. С левой стороны пока никаких привязок не вижу. Да, какие-то привязок, да, да, деда? Ну, конечно, привязки какие-то. Это кто разговаривает в машине? А ты как думаешь, кто это? Это папа мой. Да, это мой папа разговаривает в машине. Что он говорит? Говорит, нельзя вот так быстро ехать. Правильно. Я сейчас спаду с кресла. А ты держись за мои ноги. Держусь. Так, файл 71. С левой стороны. Ты спать хочешь? Я забываки хочу до. С левой стороны будет виден Феодосевский залив. Так, ну, местами видно. Что видно? Все видно. Так, с правой стороны озеро Камышинский луг. С левой стороны скоро мелькнет поверхность Феодосевского залива. Впереди город Приморский. Знаешь, что такое город Приморский? Да, я знаю, такой город Приморский. Приморский. Да, я такой вообще видел, такой Приморский город. Никогда не видел. Никогда не видел? Нет. Ну вот, смотри на картинку.
рада, что у тебя такая маленькая картинка, а? Ну как? Потому что я смотрю на карту. Карту? Да. Ой. Подъезжаем к городу Приморский. А это что-то? Да, подъезжаем к городу Приморский? Да. С левой стороны повернул камеру влево в надежде показать залив. Не знаю, видно будет или нет. Проехали Приморский, двигаемся в сторону Береговое. Что такое? Прилипло. О, машинка испачкалась в воде. Ладно. Временами полотно дороги не очень. Ну вот с левой стороны, по всей вероятности, хорошо будет видно Феодосьевский залив. Вот поворачиваю камеру, чтобы могли рассмотреть Береговое. Впереди камера. Ограничение 60. Я думаю, по достоинству оцените строение. Приближаемся к городу Феодосия. Объедем Феодосию с правой стороны. С левой стороны, говорю, Феодосьевский залив. Вот емкости для нефти. Двигаемся по Керченскому шоссе. Ну, слева растянулся вдоль побережья город Феодосия. Что-то, наверное, на видео будет заметно. Мне приодели футболку. Замечательно. Сядешь на стульчик? Да. Только я уже маленький, не могу сесть. Это ты уже маленький? Да. Я только маленький. Я тебе могу дотянуться до стола. Пожалуйста. Мы проезжаем по окраине города Феодосия. Город Феодосия такой есть. Да, ты смотришь, что там, а я тебе буду подсказывать. Ты будешь мне подсказывать. Да, я буду тебе подсказывать, а ты будешь смотреть картинку. Хорошо. Будешь смотреть, сколько машинчик. Сколько машинков у меня. Чтобы считать их. Считай. Это ты считай. А ты не умеешь считать? Да. Надо учиться. Да, когда у нас тобой сын, я сам буду научиться. А я когда вырасту маленьким, ты меня научишь. А давай ты сейчас попробуешь. Ну давай. Давай. Учи меня. А
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 8. Правильно. 9. Так, Феодосию. Феодосию практически проехали. Это пригороды. Пригород Феодосии. Солнечная с левой стороны, с правой ближние. Впереди река Крубаш. Ручей Крубаш. Проехали ручей Крубаш. Справа река Байбуга и населенный пункт Насыпное. Насыпное. Это насыпное. А тут такое, где 60, а, деда? Что? А тут такое, где 60. Ограничение 60. Ехать быстро нельзя. 50? Да. Надо. Смотри, на телевизор. Все спят еще. Играют, видишь? Вот посмотри, на телевизор тоже. Бочки. Бочки, да. А это море. Это море. Ой, баба, это не море, это снег. Снег, оказывается. А, это я забыл. Это мой главком. А это море. Мост какой. Да какой большой мост. Только это... тише, не кричи, все спят еще. А? Так, да, правильно. Вот так потихоньку говори. Хорошо. Так, с левой стороны ключевое. Так, дорога Р-23, и впереди, с правой стороны, Первомайская. Море уже далеко в стороне. Какая картинка. Так, поворот, правый поворот на Первомайское. Мы двигаемся прямо. Файл 78. Улица Шоссейная. Изюмовка. Поселение Изюмовка. Что такое? И Шоссейная улица переходит в улицу Ленина. Это Сливки. Я запомнила, как там. Помочь тебе? Давай. Чтобы мама не заходила, да? Да. Ну ладно. Ее не пустим. Не пустим? Она обидится? Потому что она хочет пустить в садик, а мы не хотим, да? Ну, в садик надо идти, малыш. Так, впереди старый Крым.
город Старый Крым. Шоссейная улица переходит в улицу Чапаева. Очень красивое место. Очень красиво смотрится и левая, и правая сторона. В окно автомобиля. С левой стороны Старый Крым. Но увидите строение и оцените по достоинству. Вон какие домики красивые. Я вижу. Молодец. Вон какой лось. О, это осень. Осень. Это снег. Да. Это осень, не снег. Лоси и снег. Да, осень и снег. Дядя кормит, видишь? Что там зима? Весна, она не хочет нам приходить в году. Весна не хочет приходить, надо позвать ее. А ее нельзя звать. Почему нельзя? Надо лето звать. Лето. Кого? А с правой стороны горы можно будет рассмотреть, наверное. С левой стороны Старокрымская река, трасса Р-23. Так, заключительный 80-й файл серии. Вот такой серпантин. Конечно, летом это гораздо красивее. Серия закончится возле поселка Грушевка. Грушевка. Так, ну, солнце немного в лицо, поэтому не очень четкая картинка. Но летом, конечно, тут потрясающе красиво. Поселок Грушевка. Грушевка. На этом заканчиваю серию. До следующей серии.